Я Сэмплик Прост, и в это воскресенье на моем YouTube-канале в 20:00 по Москве будет прямая трансляция, посвященная покет-оператору 32 Tonic. Где мы с вами разберем, что и как работает. Также я расскажу, как я его использую в своем сетапе. А самое главное, что у нас на этой трансляции будет конкурс. И подарки для победителей в этом конкурсе предоставил Music Mag, за что им просто большое спасибо, потому что это классные штуки. Nice. Суть конкурса. Я записываю сэмпл пак, использую свои какие-то инструменты, которые у меня тут разбросаны, всякие палочки, гитарочки, в общем, это вы все увидите. Эти сэмплы вы сможете найти вот на этой минуте. Так, сейчас. Вот на этой. Что вам нужно сделать? У вас есть 2 дня, то есть сегодня суббота и завтра воскресенье до стрима, чтобы сделать из этих сэмплов какой-то гениальный просто трек, который бы раскачал всех-всех вокруг. И ребята из Music Mag будут голосовать за ваши треки и вручать подарки. В принципе, вы можете использовать все, что угодно, но главное, чтобы там были какие-то девайсы от Teenage Engineering. Потому что и подарки у нас для фанатов Teenage Engineering, о которых я расскажу чуть позже. В этот раз у нас 3 призовых места, 1, 2, 3. Так что если никто ничего не пришлет, я просто эти подарочки себе заберу. И сразу отвечаю на ваш вопрос. Что же там за подарки? Ну, наверное, OPZ, наверное, OP1, да? Нет, круче. 1 место. Чехол для покета. Победитель 1-го места выберет любой цвет, который есть в наличии у ребят в магазине. 2-е место. Тот, кто займет 2-е место, сможет выбрать либо значок, либо брелок для ключей от Teenage Engineering, которые все-таки денег стоят, да? Ну. Ну а 3-му месту достанется то, что останется. Если 2-е место выберет значок, то тебе достанется брелок. А если 2-е место выберет брелок, то тебе значок. Все легко. А самое главное, чтобы в записанном треке был качественный звук, желательно снять его на видео. Ну, может быть, не все партии, как вы там записываете. Просто чтобы было видно, что вы там играете или еще как-то. Но и MP3-шки тоже подойдут. Как это все можно передать? Заливаете либо закрытой ссылкой на YouTube, если не хотите это шерить ни с кем, и отправляете мне в Instagram. Либо там Dropbox'ом, Google Диск, в общем, присылайте любую ссылку, чтобы я мог это открыть и послушать, посмотреть. А так формат совершенно любой. Еще была идея, что во время стрима участникам нужно будет записать мой голос и также засэмплировать, ну, на чем угодно, на OP1, Pocket'е, там, 33-м, в общем, что у вас будет под рукой. И также совместить это с вашим треком и уже вот такой вариант скинуть. Но, не знаю, мне показалось это сложным, но если у вас хватит времени и за стрим вы еще что-то успеете там сделать, то тоже присылайте во время стрима. Главное, напишите во время стрима в чат, что вы обновили свой трек, чтобы я обратил на это внимание. В описании под видео будет ссылка на пак сэмплов отдельно, кому удобнее работать с MP3-шками или вавками. Это все приложу. Ну, а если вы можете просто захватить звук вот с видео, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Все, до воскресенья в 20:00 по Москве жду вас на стриме. Готовьте свои вопросы, готовьте свои крутые треки. Будем слушать, веселиться, отдыхать и... Сижу, монтирую и понял, что забыл сказать, что все подарки будут отправлены бесплатно только по России. Если вы из другой страны, то, к сожалению, ребята не смогут вам отправить их бесплатно. Но в любом случае, вы всегда сможете заехать лично в магазин и забрать, либо попросить друзей, но это уже по ситуации. А сейчас к сэмплам.